Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье, и как всегда мы где-то с семьей ходим. Сегодня опять мы приехали в Урну, но уже в другое место. Здесь базар, типа блошиного рынка. Базар бэушных вещей. Мне стало очень интересно посмотреть вообще, что это такое. Я никогда не видела такой рынок. Сейчас сидим на улице, попиваем чаек, и я пойду. Зайду туда в помещение, где рынок, и сделаю для вас съемку. Сама тоже заодно посмотрю. Детки в коляске лежат тут рядом. Дочь кушает, сынуля играет. Заловка рядом и муж. Вот. Все, отчет дала. По полной программе отчиталась. Девочки и мальчики, честно, там какая-то цыганщина продается. Старая шматью, старая обувь. Которую, знаете, я даже дома такое не надену. Не знаю, я даже снимать не стала, зашла и вышла оттуда. Вообще не знаю, что там можно купить. Не, пару столиков было, которые продавали, там старые телефоны, какие-то калькулятор даже был, это стаканчики, но в основном это шматье и обувь. Вообще, можно сказать, зря время потратили, сюда приехав на этот рынок. А дальше мы приехали... Поселок, село, скорее всего, это Саудик, называется Саудик. Я здесь первый раз. Здесь прохладный ветер. Хорошо, что я детям сегодня одела вот эти теплые комбинезоны, прям как чувствовала. Впереди заловка с мужем. Буду снимать для вас. Люди сидят, отдыхают. Смотрите. Ветерочек прям на меня дует. Я надеюсь, что вам не очень слышно шум ветра. Конечно же, детская площадка. Обязательно. Красота. Ладно. А как там мальчик вообще в рубашечке? Ему нормально. Или это может быть просто мне холодно? Балык какой, я чувствую запах рыбы. Чек ты? Орда на еще юбки. Хич зарлами осенки. Лео кукуреч, Кавказ кукуреч. Кукуреч — это бараньи кишки на вертеле, на жареные, и мелко-мелко нарезаются. Спортсменка моя, спортсмен. Кавказский кукуреч. Ха, первый раз такой вижу. Кавказ кукуреч, Георгий. Примером, Кавказ кукуреч, я зверь. Биркер это на бахту. Конечно, здесь хорошо сидеть, но не в такую погоду, а ветер сильно поднимается. Все больше и больше. С этой стороны небольшие гостиницы. Кафешки, гостиницы, пансионы. Так. Наша принцесса хочет, чтобы
машина говорит, чтобы ее коляска все время двигалась. Как останавливаешься, она начинает ворчать. Наша капризуля. 14 градусов, кстати, на улице, но такое ощущение, что меньше из-за ветра. Ну, люди кайфуют. Я бы здесь от холода сдохла. Çok soğuk ya bunlar nasıl? Evet ben de onu diyorum nasıl ısıyorlar? Молодцы. Вечером, наверное, здесь хорошо вообще. Сесть вот так вот, кальянчик рядом, чаючек. Дондурмах. Ой, на самом деле людям никому не холодно. Это хорошо. Народу очень много. Вы знаете, куда бы ни приедешь в выходной день, всегда бывает куча народу. В любом месте в выходной день куча-куча народу. А, улитка. Большая-большая улитка. Смотрите, да, здесь мини-макет этой деревушки. Я через стекло снимаю, потому что закрыто сегодня. Стараюсь снять, как смогу. В Турции самая большая миниатюра. 81 метр она длиной. Ой, не длиной, квадратных метров. Метр коры. Так-с. Идем дальше. На этих купаются. Чубаклорва. И маленькие-маленькие рыбки там. Вода, конечно, не чистая, но все равно. Уточки. Как они моются? Душепила. Им не холодно. Папа нас, папа впереди. С детьми, с колясками столько народу. Я как в Турции, наверное, в выходной день нигде не видела столько, чтобы гуляли с детьми. Кафешки, кафешки. Я даже не знаю, что вам рассказать, потому что я здесь сама первый раз, и сама так смотрю по сторонам, не знаю кто. Я чувствую в воздухе запах угля. Такой запах, который бывает в поездах. Я один раз в жизни ездила в поезде, и вот запомнила этот запах на всю жизнь.
Так, впереди море, по-моему. Пойду я вам катера поснимаю. Яхт больших-то здесь нет, наверное. Ветер чуть-чуть утихомирился. Мои позади там. Потихонечку. Так. Вот здесь вся красота. Морская полиция там впереди. Маленькие, маленькие, маленькие рыбки там внутри. Я не знаю, увидите или нет, но я их вижу. Такие манюсенькие, манюсенькие. Я хочу здесь фотографироваться. Хоть здесь у моря ветер, но все равно я вам сниму. Какой красивый цвет моря! Большая лодка. Где? Как я поняла, здесь все занимаются рыбой и этим живут. Ну, не все, наверное, но большинство. Идем дальше. Идем дальше. Здесь базар. Базар, обычный базар. Фруктовый. Так-с. Так. Здесь, в принципе, ничего нового нет. Все то же самое, что и в Измире. Помидоры 7 лир, я вижу цену. Не знаю, какая-то трава. В итоге зашли мы в заведение, где рыба, хотя здесь везде-везде рыбы подают. Какая-то рыба на мангале, у мужа та же самая, у заловки на сковороде в кляре, по-моему, пожаренная. Вот такое вот заведение. Ракушки, 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 ракушки. Здесь пусто, а зато позади меня там было очень много народу, вот сейчас освободилось. Сюда, по-моему, приезжают только, чтобы рыбу поесть. Здесь рядом мои детки. Дочь только что накормила. Вот сынуля теперь ест.
так вот на улице садиться не стали, потому что там ветер. Тамам, афетосу не билирс. Итак, закончилась наша прогулка, поели мы рыбки, попили чаю и к машине домой. Детки спят. Вообще у меня дети на улице прекрасно себя ведут в последнее время, машала, чтобы не сглазить, да и не только на улице. Взрослеют. Вот. Ветер так и не успокоился, хотя солнце, но ветер все равно есть. Народу меньше тоже не стало, так же многолюдно. Вот, я так переела много, муж еще купил какие-то кексы с этим апельсином и изюмом. Очень понравились, такие огромные они. Его тоже целый кекс пожирал. И тут теперь как телепузик. Кстати, в одном из прошлых моих видео на мне был наряд, спортивные штаны, спортивная накидка, еще что-то. И я забыла оставить ссылки на эти вещи. Я, если не забуду, я надеюсь, что не забуду, я обязательно под этим видео оставлю ссылки на те вещи. На накидку обзор был у меня, на штаны я не снимала, распаковку ничего, потому что все, что сейчас мне приходит с Алиэкспресс, я практически не снимаю. Времени на это не бывает у меня. А сейчас тоже на мне, в принципе, и кофточка с Алиэкспресс, и очки, и курточка, и джинсики, и обувь. Все на мне оттуда. Вот. Тоже, если найду ссылочки на все, оставлю. Надо как-то возвращаться к этой части моих видео. Все-таки Алиэкспресс это часть моей жизни, можно сказать. Поэтому нужно доставать с полочки эту рубрику. Вот. А то она запылилась там совсем. Вот так вот. Все, закрываюсь пока. Всем всего хорошего, мои дорогие. Любите себя, радуйте жизни. Пока-пока. Дочь в шоке. Он у меня палом, эркону шестион, да не уйду раем, да зона дымный кызым. Дай-дай-дай-дай-дай, Зехра чок му гюзельмиш, чок му татлыймыш, дымный кызым, дымный. Обачу мы.